Произведение, которое, фрагмент которого я сейчас играю, называется «Флейты и барабан». Этот орган, он, разумеется, рассчитан на акустику собора. Он больше, у него больше ресурсов, больше регистров, голосов, интересных тембров, которые, ну вот, позволяют, наверное, еще более красочно и более ярко продемонстрировать замыслы композиторов, в первую очередь, эпохи барокко. Орган, он стал таким инструментом, который, с одной стороны, поддерживает человеческий голос, когда человек молится, и, с другой стороны, он как бы его продолжает, что ли, а иногда даже, я бы сказал, замещает. Ну и важным тоже считаю то, что это настоящий орган, то есть это не электронный инструмент, а здесь все-таки это живой звук, и даже само устройство, вот эти главные трубы, которые называются лабиальные, ну, от слова «губы», они как бы рот человека, и вот это звучание у него, конечно, особенное, такое живое, настоящее. Очень важная значимость нового духового органа в плане проведения новых фестивалей. Вот прежде всего это Баховский фестиваль, поскольку наш орган является идеальным инструментом для исполнения произведений именно этого композитора.